Здравствуйте, мои дорогие зрители, гости канала. Сегодня будем готовить с вами шашлык по самому простому рецепту. Мой канал смотрят мои родственники и говорят, ну почему же ты не приготовишь шашлык по тому рецепту, который мы готовили все советское время? Ну что, начинаем готовить. Мы замариновали, теперь его нужно убрать в холодильник хотя бы часика на 3. Ну, если понравился рецепт, то буду благодарна вашим лайкам, комментариям и, конечно, подписывайтесь на мой канал. Благодарю за просмотр. Всем приятного аппетита!